чем польза злости? Злость направлена на то, чтобы как-то преобразовывать среду. Как познакомить детей с этим чувством и научить управлять им? Тут я предлагала бы, как, да, предлагают стюардессы в самолете, что сначала надеть маску на себя. Разборки на детской площадке. Что делать родителям? Мы предлагаем использовать разные подручные средства. Побей подушку, порви бумагу. Новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 5 марта в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». В гостях программы психолог Алена Филиппова.